Танцы, песни, игры и подарки на площади Ленина собрались жители и гости от мала до велика. Все, кто пришел за праздничным настроением, попал в настоящую сказку. Кто-то пришел сделать фото на память, кто-то потанцевать и повеселиться. Одни заряжаются атмосферой праздника, другие ее дарят. Очень нравится как раз под Новый год, чтобы создать настроение. Мы пришли сюда с малышом. Все очень нравится. Год собаки, мы как раз вот символ, мы очень важны, мы совсем тут не мерзнем, мы любим фоткаться с детьми, они дают нам конфетки, кстати, подкармливают нас. Замечательные ребята вместе с родителями ходят, очень классная тут атмосфера. Ждем, когда елка зажгется, все, будем ждать, это праздник, да, Ксюха? С каждым годом все краше, прям вот такой шар, мы причем хотели всегда в Москву поехать, именно такой шар посмотреть, а теперь он у нас есть. Новый год – это праздник, который объединяет людей, и нам важно дарить друг другу счастье, радость, чтобы мы всегда были на позитиве, чтобы нас окружало только все самое лучшее. С Новым годом! Снеговик, зима, елочка и другие сказочные герои дарили свое настроение малышам и взрослым. Здесь и главный символ 2018 года – желтая собака. Желающих погладить ее и сделать фото на удачу было не счесть. Мерцающие фонарики, фигуры, бенгальские огни – вокруг и правда царила сказочная атмосфера. Но какая сказка без главных героев? Вот они, Дед Мороз и Снегурочка, вот-вот сотворят настоящее волшебство. Ой, столько волшебства придется здесь применить. Вот волшебный посох со мной, волшебные слова и волшебная радость детская. Всегда, вот только им мы сможем зажечь нашу елочку-красавицу. Детская радость и вправду была искренняя и неподдельная. Да и взрослые не отставали. Среди толпы то и дело был слышен вопрос, когда же засверкает главная елка города. Тысячи ульяновцев собрались на главной площади города. Все с нетерпением ждут, как буквально через считанные минуты вот эта елка зажжется яркими огнями. Но для того, чтобы зеленая красавица засверкала, необходимо всем гостям объединиться и, пожалуй, добавить еще немного волшебства. Дружно скажем! Раз, два, три! Наша елочка горит! И какой же Новый год без праздничного салюта? Под смех детей и улыбки взрослых в небе раскрывались сказочные цветы фейерверка. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.